Здравствуйте! Сегодня мы расскажем вам о четырехканальном цифровом видеорегистраторе от компании Samsung SRD-470P. Данный видеорегистратор предназначен для использования в составе цифровых систем видеонаблюдения и поддерживает подключение 4 IP-видеокамеры. Он записывает со скоростью 100 кадров в секунду, суммарно 4 канала, в максимальном разрешении D1, то есть 704 на 576 пикселя. Сжатие данных осуществляется кодеком H264. В наличии 4 аудиовхода, 1 выход, порт RS-232, VGA-видеовыход, а также 4 тревожных входа и 2 выхода. Имеется возможность подключения одного жесткого диска SATA размером до 2 терабайта. В комплект поставки входит пульт для управления, адаптер и провод для питания, 3 интерфейса SATA, батарейки, диски с программным обеспечением, крепление, гарантийный талон и инструкция по эксплуатации. Спасибо за внимание.